Проекты мобильных телефонов с гибким корпусом и дисплеем уже существуют, и первой компанией, которая воплотила в реальность концепт гибкого электронного девайса, стала компания Samsung. Гибкий дисплей в буквальном смысле означает, что пользователь может складывать, сгибать или скручивать его без нанесения какого-либо физического ущерба электронному девайсу. Когда мы говорим про гибкие смартфоны, в первую очередь мы должны понимать, что это означает выход технологического уровня на необходимую позицию с точки зрения уже технологического изготовления подобной продукции. О гибких органических светодиодах уже давно говорят и светодиодных панелях. Но вот в данном случае у компаний, ведущих разработчиков не только телефонов, но и в первую очередь смартфонов, по сути, этот инструмент уже вошел в технологический базис. Часть специалистов считает гнущиеся гаджеты новым трендом. Другая часть настроена более скептически и говорит, что смартфонов с гибкими экранами ждет забвение. Но у любого устройства, у которого появляются дополнительные степени свободы, а любой гибкий гаджет в первую очередь будет гибким за счет того, что появляется вот эта вот дополнительная физическая степень свободы, с этим будут связаны определенные риски по надежности и качеству функционирования, особенно в первое время. Главным трендом развития мобильной электроники в последние годы было увеличение диагонали экрана. Сейчас складывающиеся экраны – это единственный способ увеличить площадь дисплеев смартфонов без радикального увеличения размера самих смартфонов. Если говорить про гибкие смартфоны и какова их перспектива, каково будущее, здесь необходимо все-таки отметить, что современный смартфон, в первую очередь, это средство визуализации, а следовательно, потребителю важно увеличение диагонали, увеличение размера экрана. Так вот, гибкие технологии, они могут позволить при сохранении форм-фактора, по сути, получить большую геометрию. Возможно, вскоре такие гибкие смартфоны появятся в широкой продаже не только от компании Samsung. Многие производители электронных коммуникационных девайсов, такие как Nokia и Philips, уже фокусируют свое внимание на гибких дисплеях. Валерия Муратова, Универньюз.